Челябинские таможенники пресекли ввоз 65 тонн немаркированной обуви. Всего служители закона изъяли кроссовок на 150 миллионов рублей. 6 грузовиков следовали из Алматы, но на границе с Казахстаном фуры остановили российские таможенники. В ходе досмотра они обнаружили в автомобилях 86 тысяч пар обуви без обязательной маркировки. Предварительный ущерб составил более 128 миллионов рублей. Товар изъят и передан в органы полиции. Рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел по статьям 171 прим. 1 и 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Теперь выясняется хозяин груза. За нарушение закона ему грозит до 2 лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Немаркированная обувь изъята.